6 лет, Гордей. Учится второй год. Испытания выдержали все. Так, у нас вот Антон. Ренева нет, да? Да, Ренев у нас. Некоторые прям вообще порадовали. Так, ну я буду так вот, как у меня лежат листы, так и буду звучать. Так, значит, Московский патриархат, Русская православная церковь, Омская епархия, Собор Воздвижения Креста Господня. Данным свидетельством удостоверяется, что Кругов Никита Витальевич окончил полугодовые курсы звонарей при храме Воздвижения Креста Господня города Омска, пройдя обучение в 2019 году, показав на выпускных квалификационных испытаниях следующие знания и навыки. Все, кто получил. Поздравляю тебя. Сергей Юрьевич. Текст тот же самый, вручается удостоверение Сокольскому Михаилу Александровичу. Сокольской Марии Александровне. Вручается Федоренко Александру Михайловичу. Вручается удостоверение свидетельства Панковой Натальи Петровне. Свидетельство вручается Митиной Наталье Владимировне. Че? А? Да там занятия и куча сумок стоит. Я тебе говорю, в звонарском классе. Какие занятия? В звонарском классе, где тренажер стоит. И магазин «Окей». Ты не понимаешь? Смотрите, можете. Звонарский класс, где тренажер. Я тебе сказал, где тренажер. Так я тебе и сказал. Я тебе ключ-то дал от звонарского, а нет этого. Так иди быстрее. Свидетельство вручается Разгонову Владимиру Викторовичу. Свидетельство вручается Евдокимову Владимиру Сергеевичу. Очень хорошо. Я просто расстроилась. Даже не рассказала. Расстроилась. Свидетельство вручается Коростылеву Вадиму Александровичу. Свидетельство вручается Дружняеву. Сейчас он принесет киски, еще подарочки. Расходитесь.
На камеру покажите, разверните. Все, скромные такие все. Это же наша Олечка. Умнички. Гордей, это твой брат? Сейчас. Гордей, твой братик? Ну, как зовут брат? Мироша. А? Мироша. Ребята, вот каждому подарок. Это диски со сборной, самые традиционные сборные. Ростовские,